Ездить весело картошку одному на целый взвод. Ложки, миски, поварёшки приготовить наперед. Ложки, миски, поварёшки приготовить наперед. Было бы лучше в это время кушать грушевый компот лично для меня. Ну а ты? А что ты не на кухне? Там ребята душевные ценят. Без сомнения на зарядку хорошо поутру встать, рассчитаться по порядку и руками помахать. Рассчитаться по порядку и руками помахать. Было бы лучше в это время спать да спать лично для меня. Уступи-ка место, дружок. Как приятно всем нарядом блеск казарме навести. Навести везде порядок, подгрести и подмести. Навести везде порядок, подгрести и подмести. Было бы лучше в это время время с милой провести лично для меня.